Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Процветок». Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема нашего сегодняшнего занятия – это посадка весеннего лука репчатого. Значит, мы лук репчатый, к севку как бы все привыкли. Севком получается хороший урожай. Но мы сегодня с вами будем высаживать лук, который многосемейный и как бы часто называется семейным. Этот репчатый лук, он имеет многозачатковый, дает многозачатков. Для чего мы посадим такой лук? Вы понимаете, что севок мы садим, но севка мы не можем снимать перо. Потому что будем снимать перо, мы получим мелкую луковицу. А вот такой лук, который семейный лук, он нам даст всю возможность все лето рвать перо и к осени иметь хороший урожай лука. Значит, ну, начнем разбираться по порядку, что надо делать, чтобы иметь хороший урожай и хорошее перо. Ну вот, у нас есть луковицы. Поэтому есть луковицы, видите, луковица такая вроде бы хорошая, все, она и есть хорошая, но луковицы мы можем размножить еще наш лук. Значит, некоторые огородники просто-напросто берут эту луковичку и садят. А это не совсем правильно. Почему? Потому что каждая луковичка имеет много зачатков. Для того, чтобы луковицы уменьшить количество зачатков, а следовательно уменьшить количество луковиц в гнезде, и также увеличить их размер, мы будем срезать верхушечку. Срезаем верхушечку в эту луку. Срезали. И вот смотрим зачатки. И вот после этого я советую это самое, уже это проверено практикой, этот лук по количеству зачатков разрезаем сверху вниз. Таким образом, чтобы у нас была часть, мы захватили половину донца. Видите, вот у нас здесь... Здесь есть донце, и здесь есть остаток донца. Вот у нас вместо одной посадочной единицы вышло две посадочные единицы. Почву мы уже подготовили, почву мы подровняли, делаем родок. Сделали родок, и значит что? Лук любит шалашные почвы. Раз лук любит шалашные почвы, значит мы должны добавить сюда или доломитовую муку, или древесную золу. Ну, поскольку золы у нас хватает, мы добавим древесную золу. Просыпаем весь родок древесной золой. Обязательно добавляем удобрение суперфосфат в родочек. Добавили удобрение и начинаем высаживать луковицы. Значит, размер луковицы будет зависеть от густоты посадки. Если мы посадим на 15 см, луковицы будут мельче. Если на 20 см, луковицы будут крупнее. А для того, чтобы иметь хороший урожай, мы будем садить через 20 см. Лук перед этим у меня был обработан, вот, обработан древесной золе. Он замачивался в древесной золе в течение 5 часов, поэтому лук, конечно, весит, будет защищенный от болезней, от вредителей и насыщен питательными веществами. Вот если вы также сделаете, порежете этот лук, замочите, вот, соответственно, хорошо почва будет подготовлена, которая на прошлом году росли разные культуры, но только... Или в этом году внесли перегной, но ни в коем случае не свежий навоз, вы будете иметь хороший урожай лука. Ну и вдобавок замечу, что лук семейный, для того, чтобы иметь крупную луковицу, он также любит, чтобы его рано высаживали. И не бойтесь, он не застрелкуется. Стрелка закладывается уже с осени. Если она заложилась, то уже весенняя посадка, ранняя, поздняя, на количество стрелок не влияет. Помните об этом. Это заблуждение. Вот. Если вы там сомневаетесь, чтобы у вас не пошел лук в стрелки, можете сделать очень простую операцию. Взять лук, положить в дуршлаг и обдать горячей водой. Это как бы тоже уменьшает количество стрелок. Так что видели, советы очень простые, и вот лук надо резать, не надо бояться. Бывает иногда такой момент, что луковицу получается разрезать на 4 части. Не надо бояться, что она вся порезанная. Посмотрите, порежьте, посадите целые луковицы, посадите резанные, и вы очень удивитесь результату. Там, где резанные луковицы, где вроде должны все загнить, дадут прекрасный урожай. Вот. И будете иметь урожай, значит, вы будете иметь хорошие запасы на зиму. А пока вам... Удачи в этом деле. До свидания. До встречи на нашем YouTube-канале.